преддверии праздника 9 мая в России уже стартовали различные патриотические акции, одна из которых – это Георгиевская ленточка. В ней приняли участие практически все города страны, в том числе и Каспийск. Так, воспитанники гимназии номер 7 провели раздачу ленточек на площади имени Ленина. Хочу рассказать об акции, которая сейчас проходит. Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы мы, ученики Каспийской гимназии, участвуем в акции «Георгиевская ленточка. Я помню и горжусь». Она заключается в том, что мы подходим к людям, прикрепляем им георгиевскую ленточку и поздравляем с наступающим праздником. Данная акция проходит с целью сохранения памяти о воинах, погибших при защите Родины, и приурочена к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также оказание моральной поддержки наших бойцов, которые, рискуя своей жизнью, защищают нашу Родину. Хочу поздравить жителей города Каспийска с предстоящим праздником Днем Победы. Желаю отметить то, что такие акции важно проводить для патриотического воспитания жителей нашего города.